Здравствуйте, господа. Вы смотрите канал Subrash Channel. Всем приятного просмотра. Странно. Эй, мухе. Вы же ни слова не понимаете. You need to shop. Keep it down. Иди, имя. Ясно, за тобой. Пора идти. Блеск. Простите. Что? Посмотрю, что там. Ну, вот и все. Бей по мячу. Тензико, ми дела ти йонва. Я мучаю меду. Я могу дать тебе. О, да. Кто знает английский? Я бы не хотел бы. Да. Ай, кенца самчу. Дети, я вас вижу. А я уж подумал, что мне нечего терять. Нейт, слава богу, ты цел. Прости, я... Ничего. Елена, может, хоть ты знаешь, что происходит. Давно я тут? Не пришла за тобой по рельсам. Что там произошло? Ты была права. Хлоя вовсе не нуждалась в моей помощи. Это ее работа? Нет, нет, это привет от Флина. Шефа Гудеша. Я. Не Аго Цэ Сонг. Идем, тебя ждет один человек. О, а вот и наш таинственный гость. Нейт, это Карл Шафер. Как здоровье? Да, ничего. Вот и славно. Ну, прошу. Полагаю, у нас с вами много общего, мистер Дрейк. В самом деле? Да. 70 лет назад я тоже пришел сюда. Вернее, меня сюда принесли. Все мои товарищи погибли.
Меня отправили с экспедиции в Тибет на поиски дороги в Шамбалу. На самом деле целью был Чинтамани. Так, друг мой, где вы это взяли? В Борнео. А что? Это же ключ к Шамбале. Именно этот предмет крайне необходим вашему противнику, хотя он об этом не знает. Думаю, знает. Я очень признателен за вашу заботу. На самом деле, но я вышел из игры. Так. Они сломали тебя, м? Неужели так просто? Да, пусть так. Но все только начинается. Где ты его нашла? Вот что, сынок, твоя гордость уязвлена. Но тебе повезло, ты жив. Да, все убеждают меня, что я везунчик. Меж тем все мои планы идут к черту. Нейт. Нет, Елена, хватит. Хватит, надоело играть в героя. Твой противник так просто не сдастся. Не уйдет. До тех пор, пока не получит желаемое. Да? Так власть ему в руки. Во власти-то как раз и беда. Самые грозные властители в человеческой истории обладали лишь фрагментом камня Чинтамани. Такие, как Тамерлан, Чингисхан. Если такую власть дает лишь один осколок, кем же станет тот, кто завладеет всем камнем? Это же чушь. Это наверняка и есть его цель, Нейт. Тогда Лазаревич и правда чокнутый. Это просто миф. А если нет? Елена, хватит. А что, если это правда? Мы уже знаем, на что он способен. Нужны доказательства? Ты их получишь. Увидишь собственными глазами. Тензин, Тинсан Адала Тингокере. Найдешь останки моей экспедиции и сразу все поймешь. Тензин отведет. Что? Не нем да шо? Карачасон. Пойму, если я доживу. Только будь осторожен. Полагаю, по-английски ты не знаешь ни слова. О, заманчиво. Что это значит? Ты так ценен кто? Зачем спрашивал? Ты Тесон? Я не понимаю тебя, приятель. Опа, чё мекел? Стой, Тензин. Зачем это нужно? Да тут высоко. Ага, ты пенто сорта. Проклятие. Здесь нам не перебраться. Что там у тебя? Что? Ну, удачи. Это совершенно невозможно. О, получилось. Класс. Отлично. Доверим жизнь полусгнившей веревке. Ты не цушо. Надеюсь, ты знаешь, куда идешь. Молодец, читаешь мои мысли.
черт. Миге тада. Похоже, мы на правильном пути. Но тут же пусто. Шефер говорил про другое место. Мадзо чабунали я таду джоуре. Пине джо. Хочешь пойти туда? А если укусят? Почему такая спешка? Эй! Я не могу быстро бегать в такой обуви. Опять волки. Отлично. Что ты нашел? Роди Шефер гимми имба таче. Он умер очень давно. Да, да-да. Камень Чинтамани. Это один из людей Шефера. Тицматопесас. Энтин, давай. Давай, я подсажу. Могу. Не керам я ка. Что? Я. Айнда. Я все равно тебя не понимаю. То есть сначала я? Ну ладно. Thank you.
Давай, я поймаю тебя. Отра! Есть! Ну вот, с тебя причитается. Тутице. Кечемасу, мае. А это еще что? Ниакомасу. Кто это был? Кале. Это кто сделал? На кугуме. Кипжан диседа. Шена цавуреша. Да, пошли. Титацин яго маре. Тензин, нам надо идти. Ладно, жди меня здесь. Здесь. Сача дела тунгэ сэре. Nah.
Передает привет. Будем надеяться, он заряжен. Это еще что за зверюга? Не лапсон, а там же кензачи. Есть. Давай, я подсажу тебя.
И как я туда заберусь? Микта! Что-то эти ребята мрут, как мухи. Лестница? Куда она ведет? Иди сюда. Дэнди, встань на переключатель. Я, там нет или того. Да, это легко сказать.
Влез на них, будь они пониже.
Похоже, там внизу есть рычаг. Тензин, тяни эту штуку! Другой разговор. Тензин выбрал простой путь.
Ну, наконец-то. Не рычаг с той стороны! Я! Ну здорово, и как мне теперь перебраться? Надо туда как-то перебраться. Ну, мы не ищем легких путей. Порядок. И что дальше? Вот он. Эй, Тензин! Этого просто не может быть. Ловким. Yeah, not too.
нету. Гошале! Гошале! Гомучи! Гошале! Ну так, друзья, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь и ставьте лайки.